ребята, смотрите, какую нашли локацию. Спустились в самый низ. И идем сейчас вот туда, к пирсу. Тут камни, хотим половить крабов. Камня. Но чуть позже. Вообще бомба просто. Воздух сумасшедший. Дышим полной грудью. Сейчас дойдем до пирса, да, покажем вам. Смотрите, какое местечко нашли. Верка боится. Камни. И волна просто классная. Хочу краба найти. Опа, 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 опа. Вера, пожалуйста, слезь с камня. Сейчас будем искать. Вот нашел только кусочек краба. А мне нужен целый. Сейчас будем искать. Когда найдем, я вам покажу. Такие вот всякие ракушечки есть. Но крабов почему-то нет. Так, ладно, идем дальше. Так, вот мы пришли практически уже на этот мыс. Никак не можем добраться, потому что столько интересных, красивых мест. Ракушек миллиарды просто. А вот с крабами пока дела обстоят не очень хорошо. Вера, вылазь туда наверх. Вера боится, ей очень страшно, непонятно чего. Смотрите, какой пляж. Бомба просто. Какой-то памятник. Давайте посмотрим. Воздух такой плотный, соленый. С сумасшедшим запахом моря. Не знаю, какие-то два мужика обнялись. Братья, наверное, какие-то. Идемте туда, зайдем уже на мыс. Покажем вам. Тут волна посильнее. И ветер посильнее. Руку мне дай. Тут уже совсем другое дело. Вот тут будет волна вообще посерьезней. В два раза больше, Вер, смотри. И сюда уже забивает. А? Хорошие волны идут. Ну, идемте посмотрим. Там вообще капец. Ох, там волна идет, смотри. Хорошая. Конечно, ты туда не пойдешь. Туда пойду я. Вот здесь постой, пожалуйста, Вера, вот тут. Вот это тут волна уже пошла.
на самом деле не так страшно, но мокро. Очень крутое место. Сила какая, а? Да, хорошее место. Варна как на ладони. Ладно, пойдем искать краба. Найдем, покажем.